Где? Вот мешок! Вон мешок! Ваня! А можно мешок? Они просто полбучили здесь. Нормально. Берешь? Вот так, Инатара. Данное мероприятие позволяет нам почистить наше любимое место отдыха для жителей Севастополя. Делается под эгидой партии Мелиферка города Севастополя. Цель этой акции заключается в том, чтобы привить молодое поколение местных жителей к любви своей земле, как поступали наши предки. Но для того, чтобы простимулировать, мы организовали это мероприятие более-менее праздничное. Оно заключается в том, что пригласили музыкантов, у нас будет сладочный стол для детей. Это будут большие такие сладочные восточные печенья. А для старшего поколения будет плов. Вот. И тем самым мы будем отдыхать на этом любимом месте жителей Севастополя. А сколько примерно человек задействовано в мероприятии Ленурбей? Более 150 человек задействовано сегодня. Ну вот мы видим много школьников. Это какая-то специальная акция, приглашенная школа? Совершенно верно. Цель заключается в том, чтобы нашим школьникам привить любовь к этой земле, чтобы одно из первых действий любви к своему региону начиналось с экологии. Именно собрать мусор. Почему школьники? Потому что мы тем самым показываем пример для всех регионов Крыма, в том числе и России, каким образом можно через школьников привить любовь к чистоте, к экологии. И чтобы они были одухотворенные, мы организуем этот праздник, чтобы был какой-то стимул для них. Ну вот слышали, что какое-то соревнование между школьниками проводится в данный момент. Что это за соревнование, каковы условия и кто вот придумал такую интересную систему? Суть заключается в том, что мы это сделали все в игровой форме. Участвуют наши стрейтболисты Севастополя. За каждый мешок они получат жетончик, и по этому жетончику они будут стрелять в тире пульками. Детям это очень сильно нравится. То есть у нас все это делается в игровой форме, как вы видите. Все довольно очень быстро, оперативно получается. Впоследствии, за то, чтобы территория будет почищена, очень чистая, дети все получат восточные сладости. А почему выбрано именно это место? С ним какая-то история связана? Конечно. Связано это с тем, что фактически большинство всех мероприятий, которые проходят в Севастопольском регионе, проходят именно на этой Золотой Поляне. Не зря ее название еще имеет. Спасибо. Слава. Ларионова Наталья Геннадьевна, заместитель директора школы 47. Нас тут пригласили в качестве экологического десанта, хотя дети уже не первый раз на такие подобные мероприятия присутствуют. Дети с удовольствием, с большой радостью собирают мусор, соревновательный момент присутствует. У них тут предназначены им призы сладкие и стрельба, но, наверное, это для них не главное. Главное – чистить мир, как сейчас ребенок сказал в репортаже оператору. Сделать мир чистым – это вот слова сегодня ребенка нашего. Капитаны команд подсчитывают свои жетоны. Сколько? 22. Так это все по 22? Или я прошу только? Капитан команды ко мне. Остальные капитаны команды. Сколько жетонов? 16.
пацаны перед 11-м. Сколько? 13. Вот тут девочки встали. 10. Капитаны команд все. Группа Рябушева, подойдите ко мне. Лиля Рябушева. Сюда все подойдите. Так, внимание! Вот у нас есть пальма первенства. Сколько у вас жетонов? Какой класс? 8А. Вы победители в сегодняшнем соревновании. Проходите на призовую стрельбу своей командой. Первыми будете отстреливаться. Вот, синий флаг, проходите. Я и ребята вас пойдем. Второе место у нас какой класс? 6Б. Похлопаем 6Б. Какой класс? 7А. Сколько мальчишек было? Почему проиграли девчонкам? А мы, нам сказали идти. Их 24. Девчонки вас обыграли. Третье место. Поздравляю. Все. Я капитан команды Супервумен, и мы заняли первое место. Как зовут победителей? Ира, Алина, Ира, Вика, Диана. Ложись. Стрелял когда-нибудь? Нет. Да, вот так. Хорошо. Ни разу не стрелял, да? Правша, левша? Правша. Ложись вперед, удобнее. Ложись в одном. Смотри. Упираешься. Берешь. Правильно. Только сгибаешь вот эту ногу. Вот так, да. А эту просто в сторону и пяточкой разворачиваешь. Вот так. Так, вот. Уперся. Смотри. Целится. Вот плечо, приклад. Поднимай, да, поднимаешь. Это тяжело очень. Ну давай, я тебя буду держать. Вот. Вот этим глазиком ты по линии целишься так, чтобы кубик попадал, ну, примерно на центр кубика, ты как бы центр был закрыт, а другая верхняя половинка была открыта. Сейчас я тебя включу. Готовься. Давай, бери. Нет, ничего страшного, не бойся. Стреляй, 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 не бойся.
участие в акции. Дарит вам эти восточные сладости. Пожалуйста, кушайте. После этого будет плов по одному, потихоньку. После сладкого плова? В каждой коробке. По каждому человеку. Обязательно. Сейчас. Вот они. Каждый классный руководитель будет вам выдавать. Но сперва подойдите к казану и получите порцию плова. А потом сладости. Зачем нам напрягаться? Ну что, девчонки, вам понравилось мероприятие? Да, очень. А что больше понравилось, мусор собирать, стрелять или плов кушать? Все понравилось. Особенно мусор искать. Да, мусор это... Если еще раз пригласят, будете участвовать? Конечно, обязательно. Спасибо. Я доволен.